Чао. Кафе. Нормально. Си. Le brioche ora arrivano. Due minuti arrivano. Ребята, день начинается хорошо. Мало того, что тут пусто. Вика, черт, все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Только открылись, а уже в зале морока. И поломанная машинка. Вызвала мастера. Сейчас придется вставать мыть. Non ha nessun segno. Diventa rosso, però non si accende. La lavastoviglie. Сейчас, если техник не приедет, придется остановиться мыть Але чашечки. А я должна делать мороженое и загружать кухню. Это вообще пипец. Понедельник. Это понедельник. Легкий день. Машинка есть. Не разобрали. Сейчас выберем, чтобы была кухня не открыта. Что здесь уже открыть. Есть и грегела, и для теста, и для пиццы. Ой, вот это какая красивая. Сеттелья пицца. Видите, как духовку раз кружочком поставить. И спек. Это что у нас? Вареники липать. Раз. И злитый вареничек. Это что у нас? А, млинок. Кофе молотить. Класс. Так, сито, это что у нас? Монтатура электрика. Ну, нам монтатуры не надо, то что молоко взбивает, потому что у нас будет вот это дело. Если разберет, будет покупка в нас идет. Такие красивые досточки деревянные. Но дороговатые. Вот это я хотела вам показать еще машинку. Silvercrest. Неплохая эта фирма, я должна вам сказать. Это вакууматор. 30 евро, видите. Потом вот такой кран для кухни. 49 евро. Ну, кран, конечно, дороговат. Высокий, хороший. А он, по-моему, со съемным душем. Да, вытягивается. А это что у нас? Silvercrest, что он делает? Для варки яиц. Боже, что только не придумают. Чтобы с людей деньги содрать, да? Это мандолина, похоже. Я уже такую покупала, на работу забрала. А это что у нас? Это для сыра. Для сыпучек. Ладненько. Красиво продают кроссовки. Раз, в мешочек положили. Легкие. Легкие, удобные. А это что у нас? Тостерница. Чего только нема. Весы. У меня, конечно, весы галкнулись, но они у меня на работе. Я дома на глаз взвешиваю. Так, ну что? Все, моя машинка погнала. О сисях? Будет о сисях. Подсказывать будете, бойцы? Конечно, будут. А что тут подсказывать? Машина как машина. Шум. Кофе машины не бачили. А сейчас Лёк вытянет ее. Так, смотрим. В аппарате у нас есть рукоятка. Две чашечки. То есть две колбочки на одну чашку, на две чашки. Ложка для насыпания. Пульт для придавливания. Опс. Сейчас мы ее рассобачим, прежде чем что-то сделаем. Ага, есть подогрев чашечек. Супер. Есть резервуарчик для воды на литр и 200 граммов. Так. Вот эта температура должна дойти до того, чтобы оно нам выдало
нормальное давление для кофе. Так, тут у нас шаг вправо, шаг влево. Сейчас мы с ним разберемся. Это у нас на пар. Видите, значок пара. А нолик — это значит на выдачу кофе. Видали, да? То есть без инструкции мы сами себе инструкцию. Ну, естественно, тут вот эти штучки присобаченные, чтобы потом это дело помыть в резервуар сбора грязной водички, которая будет капать с кофеварки. Так, а ну покажи свою внутренность, пожалуйста. Ну, самая обычная. То есть капсул тут нет. Тут обычно одна или две чашки. Ставлю на стол, включаю. Гошан, кофе хочешь? Сейчас получишь. Степанида тоже хочет. В общем, легким движением руки бачок вынимается. Сейчас мы его сполоснем. И желательно воду из-под крана в кофемашинку не наливать. Воду из бутылки. Потому что, вот знаю наперед, в Украине вода офигеннейший налет. Кофемашинка летит сразу. У нее сразу все вот эти точечки. Сейчас я покажу, какие. В общем, замулюются вот так вот по-украински. Вот этот лейкопластырь пока мы не выбрасываем. Потому что машинку в течение месяца, вдруг она не работает, можно сдать обратно. А чек — это гарантия на 3 года. Я думаю, этого нам будет достаточно. Защелкиваем. В розеточку всунули. И где-то здесь должно быть включение. Включили. Так, стоит на 0 на кофе. То есть машинка должна разогреться. И потом сюда мы нажимаем, чтобы нам выдало кофе. А сюда, чтобы нам выдало пар. И носик для пара, соответственно. Я, конечно, по вечерам кофе не пью, но в качестве... Это мне премия. Мюсли с шоколадом. Это мой ужин. И обед заодно. Салат. У меня такая была жарука. Порнушка. Ой, смотрите, как она быстро щелкает. Ничего себе, как она быстро греется. Вы не подумайте плохо, ребята. Порнушка — это парная баня. Кто что плохо подумал. Видите, уже чашечка загорелась. У вас на глазах. Мы уже можем пить кофе. А я еще нифига не наложила в эту. Сейчас только бух и поехала. И заработала. Кофе течет. Без кофе. Одна вода. Хочу посмотреть, докуда она дойдет. Тин-тин-тин. Что дальше идешь? Естественно, должно же и до пара дойти. По максимуму нагреться. Ну ладно, давайте пока будем заправлять кофе. Остановилась. Не идет. Ты стоишь и идешь? Оружие смотрит. Всем же интересно. Мне тоже, кстати. Так, ладно. Заправляем кофе. Машинка остановилась. Вот здесь у нее уже горячее. Я поставила чашечки в перевернутом виде. Ополоснула я эту штучку. Сейчас мы вытянем двоечку. Выходи. Так, для особо тупеньких это для меня. Потому что вставить вставила и не поняла, как она. Видите, тут есть дюрочка. Если ты эту дюрочку проворачиваешь сюда, уже у вас эта фигня не выпадает. А если ты дюрочка в дюрочку, то она у нас вытягивается. Видите, как надщербнута дюрочка в дюрочку, чтобы вставить. Тут еще напротив дюрочки есть пупырышек. Прямо пупырышком раз и вставили, чуть-чуть прокрутили, и все, и наша колба не выпадает. Вот это не пойму зачем. Это нам не надо.
У меня тут обычная ложка, хотя можно набирать. А вот что я вам хотела сказать. Видите, такая сеточка мелкая-мелкая. Так вот, если будете наливать воду из-под крана, она тут же покроется накипью и не будет вам пропускать ваш кофе. Так. Зажимчиком обязательно зажимаем. Это у нас мало того, что зажимаем, мы еще и вот эту вот лишнюю массу, чтобы она у нас в чашечке не попала. Вот так вот должно быть. Не могу вас поставить ниже, но вот здесь вот где-то так. Вы должны рукой почувствовать, когда вы попадаете в паз. Но со временем потом, видите, вот я попала. И теперь мы зажимаем. Все. Зажали и можем делать кофе. Так, тут у нас будет бежать из двух дырочек. Нажимаем на чашечку. Слушаем, как работает. Помните, у меня Биолетти работала очень громко. Вижу, что вода идет. А где кофе? Пошел. Стоять. Ух ты, какой кофе. Ух ты, какой шикарный кофе. Какая шикарная пенка. Пол чашки пенки. Так. Но нас это не удовлетворяет. Мы же хотим еще и пар. Ставим на пар. Что я вам говорила, подставлять всегда что-нибудь будет еще присобачиться. Но мне кажется, что для пара вот сейчас она должна, если я включила пар, у меня машинка должна нагреться до пара, чтобы делать хорошо пар. Точно. Вот мы ее и разогреваем, а пока пробуем кофе. Он уже постоял у нас. Но пенка, видите, пенка не оседает. Пенка стоит. Это даже вкуснее, чем я думала. Вы посмотрите, какая пенка. Вам видно? Видно. Булелек тут стоит, как мартышка в очках. Сама заглядываю, непонятно куда. Должен нагреться до конца, чтобы был пар. Потому что у меня сейчас вместо пара шла просто горячая вода. Поэтому сейчас мы подождем, нагреется на пар и будем взбивать молоко. До конца стрелочка не ушла. Но здесь у нас горит, что нам можно пользоваться. Я сняла вот эту петюлечку. Я думаю, что это просто защита. Поэтому я вставляю опять в свое молочко. Можно не до конца. О! Оце воно. Около 2 минут можно взбивать. В зависимости, как вы хотите. Теплое, холодное, горячее. Слышите шуршание пенки, да? Видите, огонечек погас. Немножко с наклоном, немножко. И вот это должен быть такой шипящий звук, ребята. Это правильный звук. Отлично. Вот это у нас латте получилось. Хорош. Теперь мы еще раз отжимаем пар, чтобы переключилась на кофе, и можем выключать нашу машинку. Сейчас я вам покажу, какое у нас получилось латте. Я не буду делать больше. Ух ты!
Если хотим крутую пену, надо немножко пристучать. Оставить буквально на 2 секунды. Я извиняюсь, конечно, я шумно вам показываю. Но выбачайте. Бананов у нас нема. Латте есть латте. И когда ты хочешь рисовать по кофе, ты его всколыхиваешь. Тут у меня остаточек кофе. И ты ему делаешь вот такой вот. Понятно? Рисуночек. В широкой чашечке, не в стакане. Я сейчас вам выливаю его в стакан, чтобы показать, какая-то пенка получилась. Потому что у меня молока здесь всего-навсего где-то вот так вот. Остальное все это шикарная, шикарная пенка. То есть капучино супер, кофе супер. Еще один кофе я пить не буду. Вот видите, пенка разукрасила нам. Вот мы можем этой пенкой разукрасить пенку. Листочки там делать, цветочки. Зубочисткой рисовать. Ну, в общем, кофейная машинка работает на славу. 49 евро. Сдавать мы ее не будем. Сейчас мы все это отожмем. Видите, как под прессом, как под давлением. Это мы вымоем. Все это мы насухо вытрем, естественно. Ну, все. Из розетки можно не выключать, потому что кнопка включения и отключения у нас есть на машинке. Ребятушки, Лилёк довольна, так что теперь по воскресеньям кофе, вот она, горячущая чашка, горячая, то, что мне надо было. Вот так вот. У меня еще есть пироженка, и я теперь могу себе позволить вот такую пироженку, она чуть-чуть у меня придавилась с кокоской. Съесть с этим латте. Но сначала я покушаю салатик. Так что всем пока. Спасибо. До новых встреч.